Здорово, народ, Готика, Сократ, новости недели, 14 апреля. Как я и говорил, на прошлой неделе никакого обновления не было, на этой неделе тоже. Обычно выпускают трейлер хотя бы за 2-3 недели до обновления, поэтому слухи относительно 14 и 7 апреля безуспешно развенчались временем. Ну, что и требовалось доказать, мой же прогноз был изначально, что это будет середина-конец мая, но, к сожалению, из-за коронавируса теперь вообще непонятно, когда оно выйдет. Я думаю, что уже перенесут обновление где-то на июнь. Но в любом случае нам за пару-тройку недель об этом доложат, покажут какой-то ролик, что-то расскажут интересненькое. Поэтому если кто-то будет думать, что в конце апреля что-то выйдет, тогда где трейлер или хотя бы какой-то анонс. Мы знаем, что Rockstar особо не торопится с выходом новых видео, анонсов чего-то, или в принципе они до самого последнего тянут, но тем не менее, чтобы обновление вышло в конце апреля, оно должно состояться вот-вот. Однако ни на Reddit, ни на 4chan вообще нет никаких слухов и сливов относительно этой темы. По традиции начнем с онлайна. Онлайн у нас составляет 50 тысяч человек, что, соответственно, не так уж и много по отношению к прошлой неделе. Все либо играют в Mountain Blade, либо еще куда-то разошлись, но, к сожалению, ввиду отсутствия обновлений, крупных глобальных обновлений, игроки все время покидают проект, и очень мало новичков, кто заходит в игру, или кто, в принципе, покупает игру, или те, кто прошли сюжетку, возвращаются в онлайн. И это все объяснимо, так как в игре, по сути дела, особо сейчас делать нечего, за исключением наших супер-классных турниров, которые мы проводим два раза в неделю. Дискорд в описании, стримы вы можете смотреть на этом канале. Турниры по кулачному бою, все виды оружия, командные турниры, соло-турниры, ПВЕ, ПВП. Огромная разновидность турниров, можешь поучаствовать, заходи в Дискорд, ссылки в описании. В Red Dead Online началась новая неделя скидок и бонусов. В каталог вернулись предметы одежды из ограниченной серии. Возможно, именно они будут в следующем выпуске модного приговора. А что именно? Шляпа Falwell за $150. Шляпа Gardenia с 6 золотых слитков. Куртка MacBay 11 золотых слитков. Жилет Cardosa 4 золотых слитка. Штаны Carver 57.50. Чапсы Griffith $52. Получапсы из шкуры 4 золотых слитка. И вернулись маски, которые можно купить у мадам Назар. Также скидка на оружие, полуавтоматический дробовик $378, магазинный дробовик $303, помповый дробовик $186.20, редкий дробовик $180.60,
Двухствольный дробовик $129.5, дробовик-обрез $77.70 и скидки на все виды патронташи. Также скидки на лошади, а именно мультиклассовые лошади самогонщика, норфольский рысак, коллекционера креольская, охотника за головами бретонская и также колдрупская, это торговца. Скидки у скупщика. Копьевидный нож, топор, топор мясника, мачете, нож из кости койота, молоток и охотничий топор. Скидки у мадам Назар, мачете Агила. Скидки на жесты, самогонщик, реакция похмелья, коллекционер, действие, взгляд вдаль, $60, охотник, насмешка, я за тобой слежу, $60, торговец, приветствие, снимаю шляпу. И новая коллекция на этой неделе, ночная стража. В натуре четкие классные маски на этой неделе у нас добавили, рекомендую купить их всем. Ну а на этом у нас все, новости недели заканчиваются, потому что, собственно, нету новостей. 4chan, Reddit, все умерло, нигде никаких новостей, слухов, скандалов, интриг за эту неделю вообще. Официальный Twitter все молчит, то есть вообще нет новостей в Red Dead Online. Поэтому вот только пока обзор на то, что вышло. К сожалению, именно так. С вами была Готика, с вами был Сократ, удачи!